Устроил массовое ДТП, уходя от полицейских. Нетрезвый автолюбитель стал виновником аварии с участием 4 машин. ЧП произошло 27 сентября в 9 часов вечера. 20-летний водитель ВАЗ-2115 припарковался на улице Университетская. В машине находилась компания молодых людей, которые привлекли внимание сотрудников патрульно-постовой службы. Полицейские попытались поговорить с подозрительными гражданами и выяснили, что все молодые люди находятся в нетрезвом состоянии, в том числе и водитель, который резко нажал педаль газа и попытался скрыться. Догнать беглецов удалось на пересечении улиц Симбирская и Соколовая, где пьяный водитель врезался в 3 автомобиля «Лада Гранта», «Сузуки Гранд Витара» и «Ниссан Кашкай». Прибывшие на место ДТП сотрудники ГАИ проверили виновника на алкоголь. Экспресс-тест показал 0,73 промилле. По словам очевидцев, чтобы остановить пьяного водителя, полицейским пришлось применить силу. Он хотел еще уехать дальше после аварии. Сотрудники ДПС вышли останавливать его. Он уезжать начинает, они ему стекло разобрали.